Здравствуйте! Собственно, обзор на квартиру, в скобках на свою комнату. Мое кресло кожаное. Рафлам-помойка, что это? Шприц есть, бинт медичный, ключ от квартиры. Даже вот такая штука есть. Кстати, может пригодиться. Это найсичи, я их называю. Видите, короче, смотрите. Типа, там такие магнитные шарики, можно на найсичах ими поиграться. Они друг к другу тянутся. Как я и в Рейскинг. Три вида кубанов. Кстати, я сохранил свой самый первый кубик в жизни. Вот, видите этот кубик? Он желтого цвета. Если что, он был белого, когда мне было 6 лет. 6 лет, когда я пошел в школу, я этим кубиком уже играл на деньги. В те времена, когда мне было 6 лет, он был белым. Сейчас мне 25 лет. Он желтый уже. Пиздец, он желтый, реально. Был он белым, я клянусь, он был белоснежным просто. Шок. Ко мне бабушка пришла, оказывается. Почему тут нету помощи? Ай, жрок, пофикси эту хуйню! Я не умру! Я буду жить вечно! Сейчас я охуенно поживлюсь. Мерзость, мерзость, мерзость. Блять, а вы вообще существуете? Витаю, дамы и господа. Я, пожалуй, начал самую нелепую авантюру в своей жизни. Стримы я не бросаю, по сути. Мне оплатили самый дорогой отель в мире. О, кстати, секта. Для многих людей это мечта. Для меня там, ну вот, да все просто не мое. Все там ночная жизнь, развлечения, тусовки. Это не мои развлечения. Мне один вин организовали вот это. Especially for Arthas. Как вам такое? Мне организовали карту, на которой будет месяц 100 тысяч долларов. И я должен ходить и тратить их. Я должен потратить за месяц 100 тысяч долларов. Сними я. Сними 10 эскортниц. Купи себе дорогие часы за 40 тысяч долларов. Я думаю, они хотят показать, как я веду роскошную жизнь. Всем пока. Удачи.